Вечер 8 августа стал непростым для мирнинских огнеборцев. Практически в одно время в 9 часу силы и технику делили на три пожара. Горели один дом на Комсомольской и два на Ленинградском проспекте. Жители двухэтажки на Ленинградском, чтобы выбраться из горящего дома, прыгали в окно. Огонь охватил подъезд и одну квартиру. С места происшествия в Мирнинскую районную больницу увезли мужчину и женщину. Причину пожара и виновное лицо предстоит установить специалистам. Участники мирнинских интернет-сообществ это уже сделали. Люди считают, у Ленинградского проспекта черная полоса и виновны в ней поджигатели. За последние недели в городе горели минимум три деревянных дома.